живут с человеком, формируют самую серьезную карму для животного. Он говорит, что как таковых, таковой кармы животного, живущего с человеком, она говорит, но она очень небольшая. У животных как таковых кармы очень мало. То есть животному нарушить природный цикл очень сложно. Карма у животного происходит тогда, когда животное перенимает большое количество демонов от человека, отрицательной подселенки, и под их влиянием начинает общаться с окружающим миром не только с людьми, но, говорит, и с представителями, например, живой природы, например, даже своего вида. У животных есть карма, что их поступки также влияют на то, что с ними будет происходить. Животное может тянуться к человеку и стремиться перенять от него лучшее, а может идти на поводу демонической подселенки. Он говорит, что карма животных несоразмерно меньше, чем карма человека. То есть их ответственность ввиду их уровня сознания несравненно меньше, чем карма человека. Карма – это воспитательный механизм. И в природе это работают несколько другие механизмы, чем у людей. Как таковая карма у животных работает несравненно меньше. Он говорит, что даже неэтично ее сравнивать.